Обещание о потомках, бесчисленных как звезды, сбылось. Но вскоре голод заставляет израильтян покинуть землю обетованную и уйти в Египет. Здесь они стали рабами фараона. За 400 лет Авраам и Господь стали смутным воспоминанием. Весь его народ стал вьючным скотом. Кроме одного. Моисей. Ты больше не будешь драться. Отказаться нельзя. Мама, он сын фараона. Нужно прекратить бои между ними. Моисей не хочет драться. Это твой сын его заставляет и все время проигрывает. Может, моя сестра и любит тебя, но фараоном буду я. Я стану богом. Прошу, бейся! Я приказываю! Моисей, хватит! Он должен знать свое место! Но эти бои начал ты! Я стану фараоном! Тогда веди себя как фараон. Это ты виноват. Не стоило решать оставить его. Молчи! Ты не один из нас. Тихо, я сказал! О чем это он? Лучше скажи ему сейчас. Ты! Пойдем со мной. Мама, рассказать что? Что? Моисей. Я люблю тебя как сына. Но ты не моей крови. Ты родился рабом. Найдите всех! Отец убил так много младенцев. Он боялся восстания. Твой народ был многочисленным. Мой народ? Я спасла тебя. Твой народ не во дворце, Моисей. Наши рабы. Израильтяне. У тебя есть брат Аарон и сестра Мириам. Но они не такие, как мы. Шевелись! Ты! Что встала? Вставай, блудница! Они поклоняются Богу Авраама, но он оставил их. Мразь израильская! Нет, пожалуйста, умоляю! Нет! Встать!
Беги! Беги! Я спрячу тело! Господин, это амулет Моисея. Нам его схватить? Нет. Пусть уходит. Теперь он не страшен. Добро пожаловать в новую жизнь, Моисей! Теперь ты ничто. Ничто. Гора Синай. 40 лет спустя. Твой народ не во дворце, Моисей. Ты не один из нас. Они поклоняются Богу Авраама. Не стоило разрешать ей оставить его. И он оставил их. Я буду фараоном. Моисей. Вот я! Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ты настоящий? Да. Я увидел страдания народа моего. Я пошлю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой. Но как мне их освободить? Я буду с тобой. Твоей силой я освобожу мой народ. Трон Египта перешел к другому человеку. Старый соперник Моисея стал фараоном. Спасибо, отец. Однажды у тебя будет целая армия колесниц настоящих. Шевелись! Ничего не изменилось. Как много страданий. Эй, ты! Эй, ты! А ну, за работу! Живее! Стой, стой! Прошу. Я с ним разберусь, господин.
Ты что творишь? Хочешь, чтобы нам больше плетей досталось? Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Меня зовут Моисей. Моисей? Ты Моисей? Мне надо увидеться со старейшинами. Идем со мной. Он называет себя Моисеем. Сбежавший принц. Тебя разыскивали за убийство. Если ты и правда Моисей, зачем ты вернулся? Меня послал Господь. Я пришел освободить вас. Тебя послал Бог? Да. Он послал меня, чтобы говорить с вами. Разве вы забыли Бога? Даже если забыли, Он не оставил вас. Должно быть, ты не помнишь. Единственный Бог, которого мы должны бояться, это фараон. Думаешь, он просто так нас отпустит? Кто сотворил землю? Море, небо. Кто создал вас? Фараон? Или Бог? Ты безумен. Нет. Не безумен. Он мой брат. Аарон. Моисей. Во сне Бог сказал мне, что ты вернешься. Это Мириам, твоя сестра. Брат. Это мои дети. Моя семья. Мой народ. Наш народ. Божий народ! Божий народ! Старый фараон был к тебе благосклонен, но тебе придется иметь дело с его сыном. Фараон даже не захочет тебя видеть. Поверь, он захочет. Библия. У тебя есть сын. Наследник. Наша династия никогда не прервется. Зачем ты пришел, Моисей? Будешь умолять меня о прощении? Нет. Бог спас меня с определенной целью. Да? Я пришел требовать, чтобы ты освободил его народ от рабства. Требовать? Отпусти мой народ.
Ты всегда был бойцом, Моисей. Но ты не умеешь признавать поражение. Если ты не повинуешься Богу, ты будешь наказан. Спустя столько лет ты вернулся, чтобы угрожать мне? Скажи, меня покоряет твой невидимый Бог? Бог того, кто бросил свой народ? Того, кто бежал от ответственности, от своего прошлого, от своей семьи? Покажите ему, кто здесь Бог. Я Бог. Я Бог. Моисей, ты разгневал фараона. Он нас покарает. Не делай еще хуже. Бог говорил со мной. Он заставит фараона освободить нас. Если придется. Что нам делать? Сестра, брат, все вы. Доверьтесь Богу. Фараон вон там. Он не послушал, когда ты стоял перед ним. С чего ему слушать тебя сейчас? Увидишь. Ударь по воде своим посохом. Господин! Скорее выходите из реки! Там кровь! Это кровь! Там кровь! Кровь повсюду! Фараон! Плыви к нам! Хозяин! Ты не Бог. Ты всего лишь человек. И ты освободишь мой народ. Все прочь! Моисей! Ты сомневаешься, Иисус? Всю свою жизнь я принадлежал фараону. Но я больше не буду рабом. Бог с нами. Это только начало. Чтобы фараон передумал, наш Бог пошлет 10 казней. Отпусти мой народ. Нет! 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 Заранча! Отойдите, господин! Нет! Моисей, что ответил фараон? Он прислушивается к голосу разума? Нет. Он отказался. Опять? Сдавайся, Моисей, пока не поздно. Бог продолжит насылать казни, пока фараон не сломается.
что такое? Приближается последняя казнь. Грядет ангел смерти. Умрут все первенцы мужского пола. Нет. Но ведь не наши. Зачем ему наказывать нас? Смерть придет за всеми. Почему мы? Библия. Грядет ангел смерти. Умрут все первенцы мужского пола. Нет. Но ведь не наши. Зачем ему наказывать нас? Смерть придет за всеми. Почему мы? Друзья! Мы можем избежать Божьей кары. Но только если сделаем так, как Он сказал. Не пролей. Каждый дом должен быть отмечен кровью. Израильтяне окрасили дверные косяки кровью ягненка. Это указывало, что они народ Божий. Мы обещали, что Бог освободит наш народ. А теперь Он посылает нам смерть. Надо довериться Богу. Приближается. Мы в безопасности? Не бойся, сынок. Бог милосерден. Фараон не послушал. Теперь все несчастья его народа на его совести. Когда-то я считал их своим народом, Иисус. Наша свобода дорого обойдется. Ангел смерти увидел каждый израильский дом, отмеченный кровью, и прошел мимо. Почему? Почему? Почему израильские рабы должны жить, когда мой сын умер? Вставай. Встань! Вон! Прочь с моей земли и забирайте с собой вашего мерзкого бога! Грузите повозки, собирайтесь! Скорее! Моисей! 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 Моисей!
исполним завет Авраама с Богом. Мы поселимся в земле обетованной. И наши потомки будут бесчисленны, как звезды. Рабы могли сделать такое. Клянусь тебе, здесь и сейчас. Я верну израильтян в Египет и заставлю их построить для тебя величайшую гробницу в мире. И тело Моисея будет погребено в ее фундаменте. Библия. Это Исход. Проведя в рабстве 400 лет, израильтяне освободились. Я все еще не верю, что фараон просто дал нам уйти. Но ведь дал. Так требовал Господь. И только безумец откажет Богу после того, что он сделал. Красное море. Брат, что теперь? Брат, Бог укажет нам путь. Моисей, зачем ты привел нас сюда? Сюда нас привел Бог. А Он не сказал, как нам пересечь море? Египтяне! На холме! Где же теперь твой бог, Моисей? Мы их настигли, они в ловушке. Смерть! Кони! Колесницы! Они здесь! Египтяне! Глупец! Что нам теперь делать? Ты привел нас сюда умирать, потому что в Египте могил не хватало? Именно так ты и сделал. Они идут. Что нам делать? Ну? Моисей! 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 Господь, я не верю, что ты предрешил нам такой конец. Моисей! Мы увидели, как ты наводил ужас на наших врагов. Умри! Ты отвел смерть от нашего порога. Моисей! Моисей!
Господь! Вперед! Вперед! С нами Бог! Идите за мной! Бог с нами! Мы пройдем через море! Собери людей! Скорее! Скорее! Надо бежать сейчас! Зажгите факелы! Быстро! Скорей! Бежим! Бежим! Давайте быстрее! Скорей! Поспешите! Верьте! Вперед! Не останавливайтесь! Скорей! Не бойтесь! Верьте! Вперед! Скорей! Не останавливайтесь! Быстрее! Мы почти дошли! Стойте! За ними! В атаку! Бегом! Бегом! Приведите Моисея! Бегите! 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 Не останавливайтесь! Скорее! Я вижу их факелы! Вперед! Не останавливайтесь! Они идут. Они приближаются! Библия. Скорее! Бегите! Быстрее! Мы почти дошли! Они нас догоняют! Вперед! Быстрей, старик! Скорей, торопитесь! Мы дошли! Они не отстали! Ты не бог, фараон. Есть только один бог. И он здесь, с нами. Нет!
Моисей! Моисей! Свобода! Друзья мои! Мой народ! Бог вывел нас из рабства! Мы свободны! Мы проделали долгий путь. Я знаю. Но наше путешествие только начинается. Мы должны довериться Богу и следовать Его пути. Моисей повел израильтян на гору Синай, где Бог впервые заговорил с ним из горящего куста. Моисею каменные скрижали с 10 заповедями. Иисус! Господь! Повторил обещание, данное им Аврааму. Он дал нам новый закон, чтобы подготовить нас к земле обетованной. Если мы будем верны Богу, Он исполнит свое обещание. Мечта Авраама. Наше будущее. Будущее нашего народа – Ты, Иисус. Ты должен принять землю, обещанную Аврааму и всем его потомкам. Бесчисленным, как звезды. Сорок лет спустя. Господи, я был с Моисеем, когда он принес эти заповеди с горы Синай. Я был свидетелем завета, обещаний святого народа. Помоги мне возглавить этот народ, чтобы он унаследовал землю обетованную. Иисус! Библия. Иисус! Господь вывел нас из Египта. Он обещал нам эту землю. И скоро она станет нашей.
Идем. Вы готовы? Мы обыщем весь город. Просто найдите вход. Нам надо взять Иерихон. Между нами и землей обетованной остался только он. Только днем. Идите по домам. Пожалуйста, уходите с улиц. Израильтяне могут напасть в любой момент. Идите домой. Раав, моя маленькая блудница. Что ты здесь делаешь, а? Ты же знаешь, это опасно. На улицах спокойно. Мы все в опасности. Я могу за себя постоять. Иди домой. Что вы здесь делаете? Убирайтесь прочь! Израильтяне! Брат! За Израиль! За Израиль! Враги в городе! Скорей! Бейте тревогу!